Всем привет, меня зовут Майя, кто еще не знает, и сегодня мы с вами будем расплетать африканские и французские косички. Этим косичкам уже ровно 2 недели, передняя часть головы это французские косы, и задняя часть, сейчас постараюсь показать, это африканские косы. Как вы уже наверняка знаете, французские косы держатся 2 недели, и потом волосы начинают отрастать, и, в принципе, вы, наверное, видите то, что происходит, да, то есть косички уже не держатся. Африканские косы держатся до месяца. Но дело в том, что, честно говоря, мне уже надоело их носить, потому что этот материал каниколон очень тяжелый, и, конечно, уже хочется все-таки вернуться к своей естественной прическе, и сегодня мы будем их с вами распускать. Их очень большое количество, их можно по-разному было заплетать, можно было носить вот так вот, с распущенными ходить волосами, можно было делать вот такой вот красивый хвостик, можно было сделать пучочек, в общем, все, что вы захотите, можно сделать. И каким образом мы с вами будем сегодня их снимать? Сначала я немножко подрежу, так как моя длина волос составляет где-то чуть ниже, чем плечи. Потом, после того, как я подрежу волосы, соответственно, я начну их расплетать. Ну и давайте посмотрим, что же будет с моими волосами. Понятное дело, что они будут кудрявые. Вот, ну, в общем-то, поехали. Пока вы сейчас видите только часть распущенных волос, вы можете видеть кудряшки, я их даже еще не расчесывала, и вообще мне вот это вот волосы чуть выше, чем уши в таком варианте, напоминает клоуны из фильма «Оно», если кто смотрел, но если кто не смотрел, то посмотрите. Ну, в общем, вы видите сейчас, что для того, чтобы расплести 2 косички, мне понадобилось около 7 минут, поэтому я сейчас останавливаю видео, расплетаю, и потом уже к вам вернусь, когда я уже расплету всю оставшуюся часть головы, потому что боюсь, что мне даже места на телефоне не хватит, чтобы расплести эти косы. Оставайтесь со мной.
Итак, вы сейчас видите, что я практически всю голову расплела. Мне понадобилось ровно 3 часа, чтобы расплести все косички практически, кроме этих 4. Мастер, который делала мне данные косы, зовут Дженнифер. Если вдруг ты увидишь, спасибо тебе огромное, ты выполнила качественную работу. Я думаю, что если бы не мое желание расплести косы, то 1,5 недели они бы еще продержались. Но, увы, мне их просто необходимо было снять. Так что привет тебе из Москвы, спасибо огромное, что сделала мне супер прическу, действительно качественная работа, и Дженнифер затратила ровно 3,5 часа, чтобы заплести мне все косы, а мне понадобилось всего лишь 3 часа, чтобы их расплести. Я знаю, что если пользоваться бальзамом для волос, то, соответственно, этот каниколон очень быстро придет в негодность, поэтому мастера советуют мыть голову просто шампунем. Поверьте мне, этого достаточно, чтобы ваши косы чувствовали себя замечательно. И что же хочу сказать еще. В принципе, все зависит от работы мастера. Если мастер делает качественно, то косы у вас продержатся очень долго. Ну что ж, пора и мне уже завершать практически 3-часовое расплетение этих косичек. И сейчас я... Хотела, конечно, я оставить 1-2 красиво все-таки, но дело в том, что я буду менять свою прическу. Возможно, может быть, я даже буду красить волосы и сниму видео. Я не знаю пока, не могу вам сказать. Сейчас я себя чувствую, знаете, такой кудряшкой Сью или просто попросту Валерием Леонтьевым, честное слово. Вот. Ну, кстати, хочу сказать еще один момент. Тут недавно ко мне на остановке трамвай подошла женщина уже где-то за 50, сделала комплимент по поводу этих косичек, сказала, что очень красиво выглядит, что вам очень идет, и рассказала историю о том, что ее внучки тоже сделали такие же косички, и когда родители расплели эти косы, они постарались расчесать, собственно, вот эту вот, ну, как вы видите, да, такую шевелюру, и на что я сказала, зачем они это сделали, можно было просто пойти помыть голову с шампунем, там, с бальзамом, да, и потом уже пробовать расчесать. Конечно, я не собираюсь расчесывать эти волосы, просто потому что их необходимо помыть, чтобы они пришли в пригодное состояние. Итак, мое последнее практически включение по поводу расплетения этих косичек, африканских и французских в том числе. Конечно, все зависит, еще раз повторюсь, от мастера, который вам делает эти косы. Если мастер своего дела, то данные косы продержатся у вас достаточно долго. Самое главное, правильно за ними ухаживать. То есть это отсутствие бальзама в вашем использовании для волос и использование только шампуней. Мыть голову, вы знаете уже наверняка, да, кто, в принципе, может быть, знаком с такой методикой, мыть нужно только у корней, ну, естественно, шампунь в любом случае будет попадать на остальную часть волос, так что, если кто-то думает, что вдруг там, в общем-то, не промоется часть волос, это все неправда. Вот, собственно говоря, вот такое вот видео, расплела я все косички, сейчас, конечно... Ощущение, что я сделала себе химическую завивку, но, конечно, это тоже красивая прическа, вот, но хочется вернуться к своему привычному, конечно, образу, хотя будет эксперимент еще раз, в общем-то, поэтому, как обычно, без экспериментов я не живу и не существую. Вот, всем отличных выходных, всем пока!